Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, почетное звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в виде исключения и в мирное время. Всего за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высшей награды были удостоены 448 белорусов и уроженцев нашей страны. Михаил Фролович Григорович, участник Великой Отечественной войны, родился в деревне Малые Ковалечи Гродненского уезда Гродненской губернии. С 1939 по 1943 годы командир 58-го стрелкового корпуса, действовавшего на территории Ирана и прикрывавшего советско-иранскую границу. С декабря 1943 года находился в распоряжении маршала Советского Союза Жукова, участвовал в освобождении Львова, Будапешта, Камарна, Братиславы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Львовско-Сандомирской операции, Михаилу Фроловичу Григоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Войну окончил в чине генерал-майора, умер в 1946 году, похоронен в Москве на Введенском кладбище.